отойти от края пропасти. Эти слова в теме нашей конференции предельно точно выражают суть главной проблемы в мировом сообществе. Беспрецедентная напряженность в международных отношениях, расшатывание основ интернациональной безопасности, рост числа региональных конфликтов затрагивают большинство континентов. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы, ну еще как вы там их окрестили. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все больше оборот. Ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы. Многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, Азии, Латинской Америке, Европе не решаются. Используются все более изощренные методы борьбы. Новым, ранее невиданным прецедентом стали атаки с помощью беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, мир увидел новое оружие. Простое, дешевое, доступное почти каждому террористу, но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом. Совершенно очевидно, в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. При этом многосторонние площадки, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решение проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс. Может быть, и не хотят, а может быть, те, кто доминирует в этих организациях, заинтересованы в этом.